Саша, присе. Что я сказал? Вань, тихо, не кричи. Не слушаются, да? Вы сейчас смотрите и учитесь. Вам легче потом будет. Помогать, что ли, что? Не-не, что сделаем? Готовы? Да! Готовы? Да! Вам ничего не сказали. Сказать, что ли? Матвей! Маша понимает. Матвей, иди бери вот куберем. Натянули. Идем. Надя. Иди сюда, Надя. Смотри, пойдет за рюка. Здесь падает, все падает. Ай-яй-яй-яй-яй. Лёх, ты уж сейчас руками его возьмешь. Лёша, ногу натянет полностью. Лёша! Говорю. Молодцы, не взорвали. Сели, поняли? Аккуратно, не пинайте ногами. Пропускайте, чтобы вам лицо не попали. Лёша! Да не торопись, не торопись. Я пропала. Ползи уже, ползи. Я иду. Сами штаны тряхнули. Очень хорошо. Давай, Тимур. Аккуратно, смотри на ноги впереди идущего. Кто там ползет неправильно? Вот, вот, вот. Дай паузу! Я знала, что это. Так, а чего там? У нас да, все выползут. А потом все. Thank you.
Отходите назад, отходите, отходите. Уйди, сейчас я сгадаю. Так, все, пошли. Артём, побежали, 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 побежали. Отряд, бегом. Вот надо вставать заранее. Вот порядок. Что, вы полезете? Опа, ты мимо. Рано кого не пойдет? Пока нас попасть. Бежал же, конечно, сюда. Не надо перебивать. Леша, беги лучше. Леша, беги, ты там тоже. Пусти, пусти ручки. Пусти. Беги, беги, Матвей, беги дальше. Трое следующий готовим. Трое. По трое разделились. Все. Погнали. Беги, о, Данил, беги. Беги. Погнали! Назад. Он еще из салок пьет. Бегите! Сколько у нас осталось? По трое, трое. Давай, тяни, тяни, тяни. Давай, давай, давай. Тяни, тяни, тяни. Давайте, Антон, это. Отпустите еще. Антон, давай. Не держите веревку-то. Схватили. Встаете. Веревки. Садится. Да. Трое. Быстро, не теряйте время. Так, давай, давай, берем. Погнали. Подожди. Руки, руки, руки. Так, раз, два, три. Три, три, три. Все, пошел Лаван. Она последняя. Сама пошел, доеду. Пошел, пошел, давай пошел, ты пошел, сейчас давай. На твоих двух сама. Тебе вот надо так, будет. Да. А мне не будет там один оставаться. Так, садись. Я не, Ира, Ира, Матвей, ты последний. Давай, давай. Вовка, Салим. Погнали, побежали. И там уже много. Матвей, держи. Сейчас, быстро. Еще одного. Еще одного. Матвея, самому главному. Быстро только бегаем. Матвей, один поедет. Назад. Все, Матвей, бегом сюда. Прыжа. Стоять там. Куда побежали? Оставь, Санки, оставь. Все, вот так вот. Сейчас вас будут держать. Давай. Матвей, с другой стороны вставай и помогай. Нет. Или Миша, или Миша вставай. Миша, Матвей, страхуйте, но снежный. Обязательно, да, надо придерживать. Леша, стирай. Давай. Я прошел. Давайте залезайте. Аккуратненько держите. Егор, держите, держите. Так пока держите малышей. Давай, давай, давай. Сначала бойцов. Ну, я сразу не могу, да. Пока они пойду. Егор, давайте парами, давайте парами. Я не прошу. Егор, ну,
Давай, Рома, что так? Ты же спящий красавчик идешь. Ладно, ладно, не отвлекайте ее. Что, следующая стрельба? Вот здесь... Правая сторона под чуть-чуть. Да. Дима, ты куда? Вероника, вставай в ту сторону и немножко себе руки поднимайте или пускайте, контролируйте это. Вероника, чуть повыше, ты подними руки, чуть повыше сделай. Так, Саня пустил. Руки не пускайте. Все, не мешай пока. Сейчас опусти об себя и уронит опять. Артем, уйди, не мешай. Объясни руками. Саня, повыше руку. Саня, руку повыше. Повыше чуть-чуть. Так, все. Ай! Все, видите? Давай, шури! Молодец! Второй! Всем! Давай, давай, быстрее! Сильнее! Саш, проверь! Проверь, отойди вправо! Сань, давай! Поверни в тему лицо, противник! Почти что! Хорошо, сегодня тепло. Хорошо, что сегодня на улице. А заражен, нет? Нет, конечно. Ты что, Вань? Вань, ты чё? Стой стрелять, стой лучше. Давай. 6, 6, 6.
молодец. Планистка Анфиса Рессова пришла на рубеж. Мастерство не пропьет. Молодец, да! Начали, начали. Слава Бокси пошел. Стоп, стоп. Время ликвидировать. Ты, Вадимыч. И бабы. Андрей Вадимович, фальстарт. Старые минеры и саперы. Так минер крадусь. Мне ветку воткнить куда-нибудь взяли. Тяну, Серёж. Я все пальцы стёр, как тяну. Пускаем, пускаем мир. Пускаем, пускаем. Пожаем. Вперед, за родину! Столовую! За родину! Столовую! Да, по собой пришел. Ура, за родину!
Держите ей, Микки! Спасибо. О, хорошо. Это, Леха, носилки, танки все собирайте потом. Так, где у нас девочки? Ну, ее надо посадить и притащить. Денис Евгеньевич еще! Вот, ваш! Самому главному-то! Ничего не успелся, ты блин! Я не вижу, куда стрелять. Там, смотри, левее, правее, выше. Все, пошел. Школа, равняйся! Смирно! И слово Андрею Вадимовичу. Маленькое отступление. У нас сегодня прошли соревнования по стрельбе, перед школой по стрельбе, посвященной Дню защитника Отечества. Давай повторим. Я возьму грамоту и пойду домой. Третье место занял Карпов Иван с результатом 22 очка. Он стесняется. Второе место. Курнасов Глеб с результатом 25 очков. Я вас фотографирую с тем, потому что сегодня похоже плохо. Вот так вот надо не покажешь. И первое место. Не первый год Кузина дали с результатом 32. Ну что же, победил итоги родиться. Я не буду подводить. Молодец!
нет? Почему нет? Итак, к сожалению, команде родителей, учителей, выпускников пришлось добавить штрафные минуты. Кому? Нам, кому? Нам, кому? А кто мне подстрелял? Я. А там штрафы не даются. Дали. Итак, третье место со временем 14:01 заняла команда Вани Карпова. Ваня, Ваня! Ты чего придешь и встанешь в эту команду. И все. Все сравнять. У нас еще комический футбол. Кому-то звонят. Второе место, Снежана. Второе место. Со временем 13:48 заняла команда Данила Абрамова. Первое место со временем 10:05 или 12:05 заняла команда учителей, родителей. Я же сказал, поднял первое место. Ребята, не расстраивайтесь, у нас еще впереди комический футбол. Мальчик у нас садится. Какой футбол? 15 мая. Да, в дни семьи мы его проводим. Ну и пользуясь случаем, то, что у нас пришли сегодня родители, да, наши пустяки, мы хотим в преддверии праздника поздравить их с праздником. Каким? 23 февраля, Днем защитника Отечества. Мы рады, что вы к нам пришли. Мы ждем вас в гости всегда. И не только на зарплату комический футбол, но и просто прийти к нам в гости. И небольшие подарки. Спасибо. Спасибо. В понедельник, ребята, у нас с вами линейки не будет. Мы приходим, начинаем с вами учиться. Торжественная линейка у нас будет 22 февраля, в среду, в преддверии праздника. Понятно? Да. Все, всем спасибо, можно разойтись.